Еще раз доброе утро. Вот мы разгружаемся, находимся на дальней косе. Здесь вот недалеко маяк. Сейчас посмотрим, видно. Маяк не видно отсюда. Любит тишину и покой, на дальней косе останавливаются. Здесь совсем другой воздух, чем где-либо. Кто хоть раз на косе попробовал, тут никогда не будет жалеть, что там 5 метров до моря, как на третьем, на Лисках, любителям лени. А здесь вот. Помолчу, послушайте. Тепло, ходил ногами, море пощупал. Так что вот, кто желает, ребята, на дальней косе домики все тут. Остановка вот там вот, недалеко. Всем приятных просмотров и до встречи на наших курортах.